Здравствуйте, друзья! Если хочется стройного, красивого тела, приходится от чего-то отказываться в пользу, скажем так, других продуктов. И сегодня вот у нас есть вот такие вот штучки. Посмотрим, что... Орешки! Это... Со сгущенным молоком, как в детстве. А что у нас здесь? Интересненько. О, вафельки. С наполнителем. А, наполнитель из сгущенки тоже. И вот орешек тут есть. Очень вкусно, я думаю. Это вкуснятина еще та. Поближе, да, чтобы видно было, что мы тут имеем. Орешки и вафельки. Вкуснотища-то. Но я следую своему режиму питания. У меня есть свои продукты, которые надо кушать. Поэтому вместо вот этих вот наивкуснейших, невероятно вкусных, аппетитных, сладких орешков, я выпью свой любимый яичный коктейль. Вареные яйца с водой и репчатым, с зеленым луком. Вот это по-настоящему вкусно. Ух! Всем достижений!